Вопросы есть какие-то? Вопросы какие-то есть. Если мужчина, я здесь стою, там, короче, какого хуя ты клеишь сюда? Какого хуя то, что на среднем положенном месте? Какое нахуй это дело, блядь? Такое дело, тебе, я здесь... Тебе какое нахуй это дело, я тебе говорю? Руки, да, трогай да, меня. Давай еще раз. Давай еще раз, давай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь роликом в соцсетях. Вы когда-нибудь видели такое такси? Я нет. А это такси? Нифига, лухари вообще. Нет, не такси, это не такси. Я у него спросил, а вы серьезно такси? Он даже не отреагировал. Значит, серьезное такси. Пристегивается, респект за ремень просто. Сразу а вот за парковку нет. За парковку нет, за ремень респект. Что, снимаешь меня? Снимай, молодец. Ой, а у него передние колесики неправильные. Ты за него не беспокойся, ты за себя беспокойся. Маска. Ты что, для тебя что ли субашнали? Уезжай давай. Ты посмотри, сколько их, что за эпидемия? Это велодорожка. О, ВГТРК. У нас с ними очень теплые отношения, помните? Буквы знаешь. Ну, мы к ним ходим, у них, короче, полоса движения напротив офиса, и они все там стоят. Вы посмотрите на этот Мерседес, посмотрите на пропуск. Я не удивлюсь, если Соловьев оттуда сейчас выйдет. Подождите, отойдите, посмотрите, как встал. А что там происходит? Ну, маневры, да? Да, маневры. Говорит, мне можно, ты мой Майбах видал? Ты что, просто помахал ему? Тротуары просто выезжай, все, он уехал, все, не надо ничего. Саня, как тебе вот эта парковка? Плохо, но человек пытался. Хотя бы. Скажи, слушай, мы всех попросили, а его не попросим. Что это за отстой? Так он изначально уже едет, потому что там еще машина стоит. В общем, мы помогаем человеку встать более комфортно. Вот, стой. Да у него парктроники, куда ты бежишь? Все, так отлично. И человек проезжает нормально. Вот. Ну, автобус, все правильно. Чего ты удивляешься? Классный автобус, брат. Александр, как вам новая программа Собянина? Вместо автобусов в Майбахе катаются. Зато какое удобство. Представь, берешь себе проездной, троечка, и все, и катаешься и на Майбахах. И прикладываешь к соску водителя. Да. Просто снимем. Вот подписчики, объясните мне, вот у нас вынужденная мера, нам неоткуда заехать, хотя там с другой стороны есть и заезды, и выход для тех, кто может туда заезжать. Но вот как это объяснить? Как это работает? Вот ему нормально, ему комфортно? Ему комфортно, ему нормально? И поехал. Вот куда он поехал, скажите мне, куда? Куда он поехал? Вы посмотрите на это! Твою мать! Это реальность, это не подстава, вы посмотрите на него! Вас заметили. У нас тоже есть красненькая. Тоже красно-белая. Наша красненькая посильнее вашего будет. Ваша карта бита. Перепаркуйтесь, пожалуйста, если вас не затруднит. Вы серьезно остановились на полосе движения на велодорожке, чтобы покурить? Да. В машине можете покурить. Ну не надо, мы не делаем. Можете. А зачем вы на полосе движения? Вы вышли покурить, я вышел наклеить наклейку. Как бы один на 10. Да? Конечно, с ним. Можете посадить меня в тюрьму, подать в суд, или как вы там обещаете? Вы серьезно остановились на полосе движения на велодорожке, чтобы покурить? Да. Захотел покурить в любом месте. Встал, вышел, покурил. Ни в чем себе не отказывайте, уважаемые жители этой страны. На МКАДе тоже можно встать. Что творится с Александром, когда он видит крузаки всякие припаркованные? С больными не связывайся, езжай. Потому что ща, и все. А? Здрасте. А мы понимаем. Вот, мы вежливо с вами общаемся. Вы водите машину с мигалкой, вы олицетворение
не знаю, власти, человека, который едет внутри. Ну вы нарушаете. Так, стоп. Да, да. Чего? Ага, так. Что это такое? Вы, кстати, нарушаете еще один закон. Под лобовым стеклом вообще ничего не должно быть. Высокопоставленный сотрудник? Нет. Который колосс? Полицейский? Вот полицейский. Полицейский? Не, мы торопимся очень. Знаете, сколько нарушителей помимо вас? Слушайте, я вел вас все это время к одной мысли. У нас, чтобы нарушать с мигалкой, что нужно сделать? Вот. Что? Ну ничего же сложного. Пошли. А тем, а тому я наклею. Разумеется. Это не в вашем кортеже машина? Ну ладно. Стой, ты куда? Постой, тебе говорят. Они сейчас найдут там. Шоколадку. Уже нашли. Будете на чай прийти? Да, да, да. Я не люблю. Сейчас сотрудник придет. Подождите, ребятки, подождите. Подождите, вы говорите, нет, я могу делать все, что угодно, потому что у меня ведерко. А вы не понимаете, ведро что... Ведро у тебя на голове. Ведро на голове. Вот. Слушайте. Вам вообще плевать. Нам вы всего плевать. Лишь водитель. С чего вы взяли, что чего вы там его земли? Защищаете? Слушайте, подождите. Это пойдем, зачем с ним разговаривать? Вам на пенсию пора, вы уже 2+2 не можете сказать. В смысле, как угроза или просто, чтобы с ним поговорить? При нем поговорить, и вы все узнаете. Ну и что он нам скажет? Что он скажет, вы это закон. Закон-то просто он один. Закон? Если, чтобы нарушать с мигалкой, нужно включить мигалку. У него нет мигалки, все. А у него, знаешь, она поговорит, она будет... Так, что ли, ну так навык. Вопросы есть какие-то? Вопросы какие-то есть, блядь. Если машина, я здесь стою, там, короче, какого хуя ты клеишь сюда? Какого хуя то, что на среднем положенном месте? Ну хорошо, я поставил. Тебе какое нахуй это дело, блядь? Такое дело? Тебе какое нахуй это дело, я тебе говорю? Руки, не трогай меня. Что такое? Блин, это мой ума, мишки мои. Давай еще раз. Давай еще раз, давай. Попробуй тогда. Давай, трогай меня еще раз. Алака удостоверение. Трогай меня еще раз. Попробуй. Что, все? Засал? Чего? Что ты говоришь, нахуй? Трогай меня еще раз, давай. А что ты сделаешь? Залив перцем. Перцем, да? Перцем, да. Ты можешь его? Все, что ты можешь, да? Ты мужик, что ли? А что, по-русски разговаривать не умеете? Все не можете решить языком? Кто не может? Кто не может? Вы! Кричишь, что кричишь? Что я кричу? Предупреждать не надо, блядь. Не трогай меня. Ты предупреждать не надо. Там есть водитель, там сидит водитель. Я знаю, кто водитель этого транспорта. Пошли, пошли. Руки убрал от меня. Водителя, покажи там. Там нет водителя, в этом-то и дело. Был бы, поговорил бы. Надо, мы это 2 минуты. С какого хрена я должен ждать? 2 минуты не прошло, как и машину поставили, блядь. Да что ты говоришь? Я вообще как есть говорю. Готов поспорить, она здесь больше 5 минут стоит. Давай больше поспорим. Пяти, давай поспорим. Давай. Давай камера поспорим. Есть у тебя? Камера есть? Вот. Давай есть. Поспорим. На что? На что поспорим? На твое слово. Давай. Давай. Езжай. Устраняй незаконное правонарушение. Давай, я буду стоять. Сел и убрал автомобиль. Ну, сел автомобиль и убрал. Такой охуенный, заставь меня. Заставь меня. Что, не хочется вторую? Что? Не хочется что? Вторую наклеечку? Приклей, если сможешь. Лёг, я тебе наклею. Если сможешь, приклей. Пускай клеит. Если сможешь, приклей. Подожди, Аля, подожди. Не трогай, пожалуйста. Меня никто не трогает. Мы сейчас машину уберем, успокойся. Убирайте, убирайте. Нормально разговариваем, мы же адекватно разговариваем. С вами, да, я не спорю. Все, прямо сейчас, пожалуйста, убирайте автомобиль. Убираем. Прямо сейчас. Сейчас там парковщик придет и уберет машину. Вообще парковщика ждем, блядь. Ты пришел тут, крутой вы, наклеил. Парковщика ждут вы еще здесь. Еще раз говорю. Там машина выехать должна была, поэтому сюда переставили машину. Да, блядь. Конечно. Что, конечно? Ты что, вообще не понимаешь, что ли, то, что тебе говорят? Слышишь? Сейчас вот мне парковщик придет и уберет машину. Да. Подожди, отойди, иди вон, зайди у них, позови парковщика. Да, да, вот возьмите мое удостоверение. У себя дома будете так себя вести. Мы у себя дома. Нет, у нас закон. И если парень это сделал, он сделал. И вы не имеете права сейчас не трогать его. Он имеет право. Я тебя трогал? А вы руками трогаете. Я тебя трогал? Я тебя трогал? Ты меня трогал. Иначе сейчас пойду с вами. Трогал меня? Слышите? Это же мое имущество. А вот так он стоит. Вот я парковщик машину. Должен был машину переставить. Можно спросить? Можно спросить? Вы же закон, значит, пожалуйста, а вторая?
Грозном также бросаете машины? А вторая машина чья? Они здесь каждый раз становятся. Они чеченые по акценту. Они, если бы они в Грозном, так машину оставили. А он даже, видишь, ничего не ответил. А что, это отклеили, что ли? Да. Она пыльная была. Там официант вышел. А там пыльная была, потому она не легла. Я понял. Что, хочешь вторую наклеить сразу? Он же слово в ответ не сказал. Я говорю, ты в Грозном себя так же ведешь? Он замолчал сразу. Красава, руку можно пожать? Продолжайте тогда. Да, обязательно. У вас канал? Да. Три канала. СтопХам, СтопХам МСК и СтопХам МСК Лайф. Если, вы, если 18 чёрная есть, вот можешь с нами поучаствовать в рейдах. Официальный, да, канал? Да. А вот она как раз рейд выкрутила, вот она тебя не ушёл, говорит? Ему повезло, что у меня наклеек нет. А, включил. Ему что мешает нормально встать вот так вот, чтобы людям не мешать? Вот, а потом вы говорите, дело не во власти. Ну вот знаете почему? Потому что я встречал многих сотрудников АМР, и многие они убирают. А ему, видимо, 70 лет, может он 30 лет назад жизнь какому-то полковнику спас, и его оставляют, будучи в пенсионном возрасте. Вот посмотрите, он может встать, но встать ты вот так, ни рыба, ни мясо, ни тем, ни тем. Нет, он встал вот так вот перпендикулярно. Просто красавчик, вот просто, по-моему, надо дать дорогу молодым. Этот товарищ уже себя изжил. Вот вы видите, что делают с людьми слова. Коммуникация. Ты говоришь, я тебя слышу, мы друг друга понимаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, боритесь с хамством и начинайте с себя. А еще на рейды приходите, ссылки в описании, не страшитесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь роликом в соцсетях.